претерпевший же до конца спасется. В день памяти святого праведного Иоанна Русского, 27 мая, все дороги в Греции ведут на остров Эвбея, где покоятся его нетленные мощи. Остров Эвбея отделен от материковой Эллады узким проливом. Переехав через него, паломник оказывается на втором по величине после Крита острове Греции. Эвбею упоминает еще Гомер в своем эпосе, так как ее жители участвовали в Троянской войне в 12 веке до нашей эры. Но как ни увлекательна история острова, православного паломника интересует прежде всего то, что связано с именем святого праведного Иоанна Русского, нашего соотечественника. Вот он, необыкновенной стройности и легкости храм, воздвигнутый над мощами русского солдата благодарными греками. При взгляде на эту нескончаемую череду прихожан и паломников становится очевидным необыкновенное почитание этого святого в Греции. Начало удивительной истории жизни, а потом и жития Иоанна Сарусоса, как именуют его в Греции, восходит к концу 17 века. Он родился на юге Малороссии, теперь Украины. Был призван в 1711 году солдатом на службу в армию Петра I. Участвовал в боях. В битве под Азовом был пленен турками и продан в рабство командиру янычар в селение Прокопион, что в Каппадокии в Малой Азии. Свирепый хозяин сразу же захотел обратить нового раба в мусульманство, но встретил твердый отказ воина. «Я родился христианином, христианином и умру». Тогда Иоанна начали жестоко бить, пытать раскаленным железом. Но пленник не предал своей веры. Это поразило всех жителей Прокопиона, греков, армян и даже самих турок. Твердость веры Иоанна смягчила сердце сурового янычара, уважавшего мужество. Узника определили служить в конюшню, где он и поселился. Жизнь на конюшне напоминала Иоанну вертеп Вифлеема. Иоанн благодарил Бога, что он удостоил его спать в яслях, наподобие тех, в которых родился сам Спаситель. К счастью святого, недалеко находился православный греческий храм, и Иоанн стал ночами ходить туда, где исповедовался и причащался. Слух о необычайном пленнике, прославившемся своей стойкостью в вере и чудесами, распространился по всей Кесарийской области и за ее пределами. «27 мая 1730 года святой Иоанн отошел ко Господу и был похоронен на православном кладбище. Через 3,5 года местный священник чудесным образом получил весть о том, что мощи праведника нетленны. Могилу открыли, тело благоухало. Турки пытались сжечь мощи, но и в огне они остались невредимыми.
признав свое бессилие, турки отдали тело праведного Иоанна греческим христианам. Греки перенесли останки святого в храм и положили в отдельную раку. От святыни стало проистекать множество чудес. К ней потянулись паломники со всех уголков Малой Азии. В начале 20-х годов прошлого века, когда многовековое противостояние турок и греков окончилось трагической двухлетней войной, греки должны были покинуть Малую Азию. Они перенесли с собой в Элладу и мощи святого. Здесь, на острове Эвбея, греческие эмигранты основали новое поселение, назвав его прежним малоазийским именем Прокопион. Храм над мощами святого праведного Иоанна Русского был заложен в 1930 году. Он стал одним из крупнейших паломнических центров Греции. В храме издавна сложился обычай. В одном из его пределов православные надевают на голову шапочку и опоясываются ремнем, которые освящены на мощах Иоанна Русского. Люди молятся о том, чтобы святой просветил их разум и плоть. Греки любим святого Иоанна Русского, как я вам уже сказал, по две причины. Και διότι μετέχει στη ζωή μας θαυματουργικά, δηλαδή και στους ασθενείς, στους πλανεμένους ανθρώπους, στους ανθρώπους που έχουν παραστρατήσει, επεμβαίνει και τους φέρνει στον δρόμο και είναι χιλιάδες αυτές οι επεμβάσεις του Αγίου στη ζωή των ανθρώπων. Ναι. Святой Иоанн помогает всем, и те, которые заблудились, и те, которые страдают, и всем помогает и сотворяет чудеса. Как я уже сказал, мы, греки, любим святого Иоанна Русского по двум причинам. С первым, потому что святой Иоанн не предал Бога, а вторая причина, потому что мы, греки, это любим Россию и россиян. Мы хотим сказать всем страдающим, что после пятницы распятия всегда идет и воскресенный день, когда Бог Иисус Христос воскрес. На все века подвиг нашего соотечественника, святого праведного солдата Иоанна Русского, останется образцом мужества и непреклонной верности учению Спасителя.